Всем привет! Аппарат у нас сегодня такой Acer 8920G с диагнозом не помню каким. Что-то, по-моему, то ли изображения нет, то ли выключается. Так, переходничок. Вчера, кстати, был стрим. Я был в футболке. Я уже даже не знаю, можно ли называть сейчас название этой передачи. В общем, в футболке передача, там, где в микрофон поет. И у меня монетизацию за это дело Первый канал себе забирает. В общем, ограничили мне монетизацию. Такие вот веселости интересные. Взяли меня за эту надпись, лишили денег. Аппарат выключился. Так, наглядно сейчас покажу. А, и он автостартит еще у нас до кучи. Вот, да, такое же у него было потребление. 1,3 ампера. Что там в приводе у нас? Ага, и нет изображения. А здесь у нас видюшка 9500M GeForce. Они достаточно часто выходили из строя. Сейчас мы это дело проверим. Для начала все-таки попробуем планочки памяти. Жесткий диск. Попробуем все это убрать. Возьмем мою память. Попробуем включить. Вдруг все дело-то элементарно в памяти. Так, потребление также до 1,3. И выключился. И включился. Также 1 ампер. И все, на этом все стало. Попробуем. Дальше попробуем прошить BIOS. Не будем пока греть видюшку. Это оставим на самую последнюю меру. Итак, плата у нас на руках. Сейчас мы отстегнем доплатку. Картридера. Батареечка BIOS у нас. Вот она. Пока ее уберем и померим все-таки на ней напряжение. Напряжение 2,9 вольта. В принципе, этого достаточно. Микросхема BIOS у нас найдена под Wi-Fi.
Сейчас посмотрю прошивочку. В любом случае надо прошить для начала аппарат. Потому что чип мы оставляем напоследок. Сбросим BIOS. И посмотрим прошивку. Так, BIOS я пока шить не стал. Просто сейчас снята батарейка BIOS, и, соответственно, я замыкал контакты и сбрасывал BIOS таким образом. И вот мы сейчас видим, потребление у нас нелинейное, и картинка у нас появилась. То есть вся проблема была с тем, что просто слетел BIOS. Стоимость такого ремонта будет, я думаю, в районе 1000 рублей-1500, потому что сейчас будет еще профилактика системы охлаждения. Фактически это она и будет. А то, что сбросили BIOS, за это, конечно, денег браться не будет. Итак, вот он наш аппарат собранный. Все работает. Батарейка, естественно, BIOS обратно возвращена. А ролик этот о том, что какие бы типовые неисправности не были, а на этих аппаратах самая типовая неисправность — это конденсатор NEC, который фильтрация питания процессора, и вот эта вот видюха. Но какая бы типовая неисправность ни была, не стоит забывать о самых началах, о тех же самых BIOS-ах, там, слетевших планках памяти. Лучше свои сразу подкидывать. Вот ролик этот о том, как не забывать, наверное, простые вещи. Ролик, конечно же, для новичков. Этот ремонт обошелся ровно в 0 рублей, потому что система охлаждения, как я заметил, была достаточно чистая, и после звонка владельце было выяснено, что систему охлаждения чистили как раз вот перед тем, как он перестал выдавать изображение, поэтому необходимости не было. И я решил ничего не брать за этот, как бы ремонт. Конечно же, это ремонтом назвать сложно. Во-первых, я могу себе это позволить. Во-вторых, у меня такая практика, она есть. Я несколько ремонтов в месяц делаю абсолютно бесплатно. Особенно, если они простые, особенно девушкам. Поэтому стоимость вот этой переборки, она обошлась человеку в 0 рублей. Все, всем спасибо. До новых роликов, до новых стримов.